Здравствуйте. 8 вечера. Время подробностей. Я Алексей Лихман и мои коллеги расскажем о самых главных новостях дня. Эхо взрыва. На шахте имени Засядько продолжают находить погибших. Перемирие под прицелом. Самые последние новости из зоны АТО от корреспондентов подробностей. Наручники для экс-министра. В Италии задержан финансист Януковича. Сотрясение Одессы. Кто и зачем пугает горожан Гиркиным? 10 погибших, 16 раненых. Это последние данные о количестве жертв на Донецкой шахте имени Засядько. Судьба еще 23 горняков пока неизвестна, как и причины произошедшего. Все подробности трагедии, которая произошла сегодня в оккупированном боевиками Донецке, собирал Алексей Пшемыский. Взрыв метана на глубине более километра произошел в начале 7 утра. В этот момент под землей находилась ночная смена шахты имени Засядько. 230 работников. Большинство поднялись на поверхность сами, а родственники тех, кто вовремя не вернулся домой, собрались возле шахты управления. Это в Киевском районе Донецка. Скажите нам, родные. Я понимаю. Ну, скажите. Никто ничего не говорит. Скажите, пожалуйста. Мы надеемся, зря никого не живут со второго часа. Пока еще ничего нет. Будем смотреть. Ближе к полудню подняли тело одного из погибших. 16 горняков госпитализировали. 5 доставили в Донецкий ожоговый центр. Один из них в критическом состоянии. У него тотальный ожог. Кроме того, у всех остальных и у него же термоингаляционное поражение дыхательных путей. Горняки рассказали, что из аварийной выработки им пришлось выбираться самостоятельно. Надежды на спасателей не было, поэтому помогали друг другу. Хлопок кидануло так, что, я не знаю, метра 3-4 летел. А потом сразу жара, температура повысилась. Выкарабкались, освежусь, стрелил. Количество жертв увеличивается с каждым часом. Но поднять тела и опознать всех погибших пока не могут. Руководство предприятия вызвало на шахту всех специалистов, которые остались в оккупированном Донецке. Но пока и они не могут сказать ничего конкретного. Произошел взрыв. Известно, где люди находятся. В каком состоянии, никто не знает. Еще утром президент Украины распорядился сформировать спасательные бригады, готовые выехать на место аварии. Но боевики не пустили их в город. Мол, местная служба по чрезвычайным ситуациям справится самостоятельно. Премьер-министр публично обратился к правительству России, чтобы Кремль дал команду пропустить спасателей. Дайте указівку цим подонкам пропустити наші гірничі рятувальні бригади. Для того, щоб врятувати життя шахтарів. Ви в заручники взяли мільйони українців, які проживають в Донецьку і Луганську, а зараз знущально над сім'ями цих шахтарів. Спасателі спецтехніка в будь-який момент готові видвинутися в Донецьк з Дмитрова. Без їх участі говорити про повноцінній спасательній операції невозможно, уверен глава независимого профсоюза горняков України. Служби горноспасателей, які знаходяться на окупованій території, вони не комплектовані. 700 бойців этой службы с оккупированной территории еще несколько месяцев назад переместилась на территорию подконтрольной украинской власти. Шахта «Засядько» продолжала работать даже во время активных боевых действий. Несколько раз, когда снаряды попадали в электроподстанцию, горняки оказывались блокированными под землей. Но тогда обошлось без жертв. Хотя шахта «Засядько» юридически зарегистрирована на подконтрольной Украине территории, в Авдеевке, вопрос о компенсациях семьям погибших и пострадавших остается открытым. Госкомиссия по расследованию причин аварии не сформирована. Эксперты и следователи не имеют доступа к месту трагедии. А без их официальных выводов – родственники шахтеров не смогут получить материальную помощь. Алексей Пшемыский, подробности, телеканал Интер. Шахта имени Засядько самая глубокая и самая взрывоопасная в Украине. Это арендное предприятие. Только за годы независимости здесь погибли более 300 горняков. Уголь добывается на глубине свыше километра в сверхтяжелых условиях. В 2007 году здесь произошли одна за другой сразу 3 аварии, жертвами которых стали 158 человек. Пожар в лаве тогда не смогли потушить и затопили выработки. Каждый раз на уровне правительства начинались дискуссии, не закрыть ли предприятие. Но здесь добывается
добывают коксующийся уголь. В нем нуждаются предприятия металлургической промышленности, поэтому все расследования завершались ничем. Ну а в последние месяцы государственный контроль за безопасностью на шахте «Засядька» в оккупированном Донецке, как вы сами понимаете, не осуществлялся вообще. Последние дни самым горячим направлением в зоне АТО оставалась Донецкая. Боевики передислоцируют свои силы в этот район. И какая ситуация там сегодня, нам расскажет моя коллега Ирина Баглай. Она на связи со студией. Ира, здравствуй. Какие у тебя самые последние новости? Да, Леш, мы сегодня проехали по дороге вдоль Донецка. В Песках сегодня было тихо. На территории аэропорта встретились командиры украинской армии и российской. Как рассказали наши бойцы, которые держат там оборону, договаривались о прекращении огня. И с другой стороны, южнее Донецка, на крайних позициях сил АТО уже неделю, как установилась тишина. В районе Марьинки последняя атака боевиков была зафиксирована 28 февраля. Тогда диверсионная группа агрессора сожгла наш БМП из гранатомета. Впрочем, перестрелки здесь бывают, правда, воюют боевики между собой. Самый тяжелый бой, говорят наши военные, был, когда террористическая группировка «Сомали» выбила оплот из Александровки. Между собой они дерутся регулярно. Грады в сторону Донецка с их территории пускаются. Бойцы сожалеют, что не могут предоставить видеодоказательства тех обстрелов. Но теперь на посту установлены видеокамеры, которые позволяют фиксировать, что происходит по ту линию фронта. Люди приезжают, говорят, общались, все, смотрели, у кого там есть знакомые, у кого что. И стоит ВМС России. И идет переброска техники, не то-то переброска. И укрепление позиций. Укрепляя свои позиции, противник прикрывается местным населением. Специально создают пробки на блокпостах со своей стороны и за машинами возводят укрепления. И вот какой информацией местные жители делятся с украинскими военными. Российская армия. Во-первых, командирование все одно. Российская армия и другая, и у них все хорошее. Так... То же самое все сигареты, то же самое все у них, все российское, все... Те же шапки, те же носки, ну все, русская зима написана. Общаются с нашими солдатами люди скрытно. Есть информация, что за помощь украинской армии или подобные разговоры в террористической ДНР составлены так называемые расстрельные списки. Боевики установили камеры наблюдения и направили их в сторону украинских блокпостов. А еще мы попали на скромный, но праздничный обед. У одного из наших военных сегодня дочке исполнилось 5 лет. Моей дочке день рождения. Вітаю донечку, моя любимая, моя красунечка. О полном прекращении боевых действий все же говорить еще нельзя. По наблюдениям украинских военных, боевики используют это время для переброски техники в сторону Песок и в направлении Мариуполя. Алексей. Спасибо за работу, Ирочка. Это была моя коллега Ирина Баглая. Она работает в Донецкой области. Там же, но на другом направлении, мой коллега Станислав Кухарчук. Он с нами на связи. Стас, здравствуй. Какую картину и где ты сегодня наблюдал? Да, Леш, сегодня с утра боевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции украинской армии в районе Авдеевки, Майорского и поселка Мироновска. И вот в таких вот условиях условного перемирия бойцы, наши бойцы называют отвод нашей артиллерии с линии фронта, мягко говоря, преждевременным. Дуже рідко, но ведуться. Если такое відводять артиллерию, то надо, чтобы была всегда поддержка наша. Сегодня нам удалось побывать на позициях наших десантников. Буквально месяц назад их перебросили под Горловку из Дебальцево. За это время ребята успели укрепиться и обжиться на высотах. Сейчас наблюдают за боевиками. На подконтрольной им территории отмечают непонятное движение. Висотка є. Видно, як копаються? Там нова копа. Вже окопані, там простирали. Техніку було видно, робота окопувалась. А що за техніка? Ну, ескалатор. Ескалатор.
И вот по информации нашей разведки, пользуясь перемирием, боевики начали перегруппировку сил на, к линии фронта. Они начали подводить свежие подразделения. И похоже, что в ближайшее время они готовятся к наступлению. Напротив нас где-то приблизительно около 4000. И еще на подходе есть. Ремонтируют технику полным ходом. Вот. Собирают свою технику. Поэтому ждем. Сегодня на Донбасс из России зашел 17-й гуманитарный конвой. Он привез горюче-смазочные материалы. И вот кому предназначена эта помощь, остается только догадываться. Леша. Спасибо, коллега. Последние новости из Донецкой области мы узнали от Ирины Багла и Станислава Кухарчука. А вот что же сегодня происходит в Донецке и Луганске? Какие там, например, цены? Есть ли бензин? Как вообще живут люди на оккупированных территориях? Давайте послушаем. Сегодняшние цены. Яйца 30 гривен десяток. Кофе это уже из области фантастики. Ожидается вход рубля на территорию ДНР. Причем нам объявлено, что вряд ли они будут обмениваться на гривне. Мы попадаем в зону рубля. Самая большая беда – лекарства. У меня был шок, я едва не потеряла маму свою. Слава богу, мне помогли мои друзья с Украины, я не знаю, что я делала. Цены космос, товар, кстати, не завозили, так и не завозят. Ни детского питания, ничего нет. Ситуация становится все сложнее. Как вам бензин по 39? Газ по 20 гривен. Больше всего мы на сегодняшний день страдаем от экономической блокады. ДНР объявила о том, что в ближайшее время подготовила условия для обмена устаревших водительских удостоверений. Получается, те, у кого срок истек, то есть эти люди подвергнутся штрафу. Никто из автолюбителей этого делать не хочет, потому что все понимают, что водительские удостоверения Украины действуют на территории всей Украины, а водительские права ЛНР нужны никому, поэтому дальше Луганска еще там 3-5 городов никуда не поедешь. Нам нужна Украина. Россия нам не нужна. Те, которые за Украину не помалкивают, если бы знали, сколько разговаривать о том, что ну как можно быть за Россию? Давайте, дорогие мои. Вот существует при ДНР отдел, который занимается всякими там этими политическими проблемами. Те люди, которые побывали, вышли оттуда. Очень неприятные сведения о том, что люди хоронили украинский флаг, и за это их, значит, пригласили. Поэтому люди очень осторожничают. Мариуполь и окрестности. Продолжаются ли бои в Широкино? Узнаем у Эльвины Сеидбулаевой. Эля, здравствуй, ты в эфире. Какие у тебя последние новости? Да, Леша, не прекращаются бои в Широкино. Это село остается горячей точкой на мариупольском направлении. И сегодня его дважды обстреляли. Рано утром из стрелкового оружия, а уже в обед из минометов. Неспокойно было и накануне. Широкино превратилось в руины. От жилых домов остались одни кирпичи. Таким образом, террористы пытаются расчистить прямую дорогу на Мариуполь. Круглосуточно работают российские снайперы. Ви чули про режим тиші, бахнуло трошки міномети. От, нас так привітали, так що вам вітає, всім вітання передає українцям. Часто у вас такі? Ну, періодично, час від часу, все-таки нам нагадують про мінські домовленості. Ми обов'язані просто відповісти для того, щоб немножко успокоїти цю ситуацію. Террористы продолжают накапливать тяжелую технику и живую силу. Сегодня около 6 часов утра ее применили. Из гранатометов обстреляли село Чермалык. Его от оккупированной территории, так называемой ДНР, разделяет река Кальмус. Именно оттуда велась атака. Боевики целились в машину зеленого цвета, думали, военные. Перепугалася, упала на землю, на пол, не могу не встать, ничего. Куда ховалась? На пол упала и не могу подняться, ноги как валенки стали от страху. Хай Бог мой, отведи Господь Божий. Стреляли у него КамАЗ, думали, что до военный там или что. Ну, это почти повезло, что попало в трубу. Так бы попал бы, наверное, или в машину, или в дом. И сидя там напротив, стекла пострадали, шифер. Рядом у товарища пострадал дом.
И неспокойно было и в Лебединском. Террористы открыли огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. А вот перед затишьем на передовой украинские солдаты укрепляют старые позиции и обустраивают новые. Надолго, ненадолго жить-то нам здесь, потом оборудуем. Хочешь мира, готовься к войне. Поэтому это все затишье временное, я так думаю. И согласно Минским соглашениям, сегодня украинская сторона отвела тяжелую технику на 25 километров от мест столкновения. Это уже второй этап отвода тяжелой артиллерии. Однако боевики продолжают обстреливать наши позиции. Сьогодні ми відвели 152-мм самохідні гаубиці 2 із 3 зі своїх позицій на інші позиції. Якщо навіть в разі буде потреба в них їхні застосуванні, це все найкоротший термін, вони повернуться до своєї позиції і будуть застосовані. И вот, как видите, обстановка здесь остается напряженной. Вооруженные провокации со стороны боевиков не прекращаются. Алексей? Все ясно. Спасибо, Эля. Львина Сеидбулаева о таком вот немирном перемирии под Мариуполем. В плену у террористов еще 400 заложников. Об этом президент Украины сказал во время встречи с итальянским премьером Маттео Ренци. Петр Порошенко считает, что нужно освободить всех пленных по принципу «всех на всех». А на самых опасных участках фронта разместить мониторинговый пункт ОБСЕ. Эту инициативу поддержал и премьер Италии. Мы планируем на территории Донецкого аэропорта, чтобы был... Території, де найбільш інтенсивно підтримані Росією бойовики порушують режим припинення вогню, нам вдасться розмістити пункт спостереження ОБСЄ. Представители Италии являются второй по численности группой в наблюдательной миссии ОБСЕ, которая осуществляет мониторинг на Донбассе. Несмотря на сложности задачи, мы делаем все возможное для установления мира в Украине. Кроме того, Порошенко рассказал, что отправил письмо Путину с требованием немедленно освободить Надежду Савченко и попросил итальянского премьера посодействовать в этом вопросе. Завтра Маттео Ренци будет в Москве. У него запланирована встреча с российским президентом. Ну, а саму Надежду Савченко сегодня опять доставили в Басманный суд Москвы. Адвокаты подали очередную жалобу. Требуют отпустить подзащитную на заседание ПАСЕ в Брюссель. О басманном правосудии наш Сапкор в России Данил Русаков. В том, что заседание Басманного суда сплошное дежавю, Надежда Савченко и трое ее адвокатов сегодня убедились еще раз. Жалоба адвоката Фигина действующего интереса Савченко о признании бездействия Следственного комитета руководителя следственной группы правосудия незаконными и необоснованными обязаниями в стране допущенные нарушения полных порядков статьи 125 УК Российской Федерации остается без удовлетворения. Защитники депутата Верховной Рады и ПАСЕ пытались оспорить действия следователей. 25 января они не пустили Надежду на заседание парламентской ассамблеи Совета Европы. Ближайшие через полтора месяца на него Савченко тоже хочет попасть. Со статусом пленницы до сих пор тоже не ясно. О том, что она представитель ПАСЕ в уголовном деле, ни слова, дескать, нет данных от российского МИДа, а он упорно молчит. Письмо из Брюсселя, в котором просят отпустить украинку в течение 24 часов, то ли потеряли, то ли вообще не видели. Суд прикрывает и берет на себя ответственность за незаконные и необоснованные действия следствия. Я считаю, этим решением создана некая практика относительно действия международных норм и обязательств, взятых Россией. Все суды наперед. Ну, надо цифру расписать. В афише можно приходить, купать, вот и дивиться. Оспорить решение суда можно в Мосгорсуде. Для этого есть 3 дня. Надежда о своем желании подавать апелляцию пока ничего не сообщила. Слава Украине! Героям слава! Пока сотрудники Басманного суда не находили себе места в поисках того самого единственного верного решения, у двери появился одиночный пикет. Это московская группа поддержки Надежды Савченко. Нет слов. Нет суда, нет... В общем, идет беспредел. Поэтому говорить ничего не хочу. Извините. Надежда Савченко весит 55 килограммов, критический показатель 40. На досрочное освобождение уже никто не рассчитывает. Российские чиновники делают недвусмысленные намеки. Уголовное дело они все-таки собираются направить в суд для слушаний по существу. В общем, ничего нового басманная Фемида защитникам Надежды Савченко сегодня не рассказала. Все остается по-прежнему. Украинская летчица будет и дальше пребывать в больнице СИЗО «Матросская тишина», голодать и ждать новых решений следователей и судов. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро телеканала «Интер».
Российский актер Леонид Ярмольник поддержал Андрея Макаревича. Готов сам покинуть партию «Гражданская платформа», если ее комитет исключит музыканта. Изгнать Макаревича из партии, созданной бизнесменом Михаилом Прохоровым, призывали несколько региональных отделений. Мол, критика Макаревича власти по украинскому вопросу негативно влияет на рейтинг партии. Я напомню, что сам Ярмольник в черном списке российских деятелей культуры, въезд которых в Украину нежелателен. Ведь он оправдывал аннексию Крыма и говорил, что Восточная Украина готова и даже хочет быть с Россией. Сама же Россия продолжит платить и за Крым, и за события на Донбассе. США подумывают о новых санкциях. Дмитрий Еловский продолжит. Режим ЧС в отношении России Обама ввел еще год назад, 6 марта 2014 года. Но за год ситуация не улучшилась. Вот теперь руководство Америки говорит, что действия Кремля продолжают представлять чрезвычайную угрозу безопасности и внешней политики Америки. Всего за минувший год было 3 залпа санкций по Москве, один декабрьский по экономике Крыма. Все они будут действовать еще минимум год. Напомню, что американские ограничения касались в основном чиновников и граждан России и Украины. Из числа бывшего руководства страны, а также предпринимателей и лидеров ДНР и ЛНР. Ряду крупных российских компаний также запретили сотрудничать с американцами. Ну, кроме того, Обама обсудил и новые санкции в отношении Российской Федерации. Президент провел видеоконференцию с руководителями Италии, Франции, Великобритании, Германии, а также с лидером Европейского совета Дональдом Туском. Речь шла о Минских соглашениях. Лидеры договорились, что если Россия не будет их соблюдать, то Америка и Европа приступят к выполнению новой санкционной программы. Действия будут жесткими, предупредили в Белом доме. Ну, в России реакция не заставила себя долго ждать. Ответ пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова никого не удивил. Он заявил, что санкции – это обоюдоострое оружие, от которого страдает буквально вся мировая экономика. Менять свою внешнюю политику Москва не хочет и не будет. Но сейчас все ждут, как станут выполнять Минские соглашения. Если информация о том, что сепаратисты перегруппировываются для нового удара по мариупольскому направлению подтвердится, то новые ограничительные меры будут неизбежны. Дмитрий Еловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Экс-министра финансов Юрия Колобова задержали в Испании. Там он жил в последнее время. 41-летнего Колобова, который считается одним из приближенных к семье Януковича, СБУ объявила международный розыск осенью прошлого года. Искали по линии Интерпола. Беглый чиновник подозревается в присвоении и растрате государственных средств в особо крупных размерах. Речь идет о 220 миллионах гривен при создании линии спецсвязи. Генеральная прокуратура срочно готовит документы для экстрадиции Колобова. А вот грозит ли задержание одиозным судьям Печерского райсуда? По крайней мере, сегодня Верховная Рада лишила их неприкосновенности. Когда же ждать арестов? И как наказали вчерашних участников парламентских боев? Обо всем расскажет Екатерина Лысенко. С самого утра на трибуне то и дело обсуждают вчерашнюю драку. Хочете з'ясовувати стосунки? Будь ласка, я готовий поставити на третьому поверсі ринг. І будь ласка, йдіть з'ясовуйте. Але по правилам. Подрались вчера бывший радикал Мельничук, который уже в депутатской группе «Воля народа» с радикалами нынешними. Позже кулаками размахивали уже в зале, а сегодня здесь только словесные баталии. Еще больший сором повернення до зали українського парламенту корупції політичної. Ще більший сором повернення до зали українського парламенту політичної проституції. Тушок. Популізм. Епатаж. Захлеснув сьогодні країну і Верховну Раду. І тільки хто-небудь хоче сказати слово «проти», починається політичне гоніння. Коли комбат сказав «я не згідний», із нього знівають зірки з погонів. Це називається нова демократія. Полутра в залі спорили, як і кого наказувати, а потім рішили двигатися далі. Перед нами стоять набагато важливіші питання, ніж цирк, який дехто влаштовує в парламенті. В гостевой ложе з самого утра сидять генпрокурор і судді Печерського суду, яких пропонують лишити неприкосновенності. Підозрюючи у вчиненні кримінального злочину, це ухвалення завідомо неправосудного судового рішення з мотивів особистої зацікавленості.
Кицюк, Царевич и Вовк. Их хотят лишить иммунитета. Судьи Вовка в зале нет. Его подозревают в том, что он принял неправомерное решение по делу, касающемуся имущественного спора. Но многие помнят Вовка и по делу Юрия Луценко. Так же, как и Оксану Царевич. Ей тоже инкриминируют неправомерное решение в отношении участника Евромайдана. Но и она из коллегии судей по делу Луценко. Чи знайомі ви особисто з паном Портновим? І чи підтримували ви з ним ті стосунки, які допомагали вам приймати потрібні адміністрації Януковича рішення? Спасибі за запитання. Особисто до мене не звертався ніхто. Я з задоволенням буду голосувати. Нарешті ці люди відчують, що це таке. Прийшов вам час відповідати. Нарешті. Ви хочете поставити трьох чоловік, запугати судебну систему і зробити так, щоб вона з сьогоднішнього дня голосувала тільки всі рішення в вашу пользу. Це показательне вбивство судебної системи. Судьбу суддей довго не обсуждають. І всіх троїх лишають неприкосновенності. 286. Рішення прийнято. Но голосування не значит, що суддей арештують. До цього в них був імунітет, їх не могли арештувати. Тепер цей імунітет Верховної Ради по них персонально знятий. Прокуратура дає подання до суду, суд приймає рішення. Содержання під стражею або арест, тим більше судді, є исключительним обстоятельством. І прокурор должен був доказати наличие этих обстоятельств, здесь недостаточно этих веских доказательств того, что необходимо человека арестовывать. В первом чтении парламент сегодня проголосовал и за законопроект по валютному контролю. А к концу рабочего дня в зале сначала извинялись и мирились, а потом Мельничука за драку лишили права ходить в зал 5 пленарных дней. 230. Друзья, это было символичное голосование для каждого от сегодня і на майбутнє. Не можна в залі парламенту протягувати руки. Екатерина Лисенко, Ольга Рыцарь, Сергей Коваль, Василий Миновщиков. Подробності телеканал Интер. И вот, как сообщили в столичной прокуратуре, там уже готовят представление на избрание меры пресечения для судей Вовк, Царевич и Кицюка. Ну а мэру Харькова следователи сообщили сегодня о подозрении. Об этом заявили в ГПУ. Геннадия Кирнаса обвиняют по трем статьям. Похищение человека, пытки и угроза убийства. Дело приостанавливали после ранения мэра прошлой весной, но вот теперь взялись опять. Сейчас с материалами знакомится защита. После этого уголовное производство будет направлено в суд. Уголовное производство, возможно, светит и запорожскому градоначальнику. Тот, наконец, нашелся. Подробно о том, где был и что делал последний месяц, не рассказывает. Утверждает только, что помогал армии. Но в это время его ждали, очень ждали в областной прокуратуре. Почему, узнавал Сергей Бордюжа. Не успел запорожский мэр выйти из отпуска, который, как он утверждает, провел как волонтер в зоне АТО, его уже ждали в прокуратуре. Повестку вручили накануне, прямо на трассе в Днепропетровской области. Александр Чемсанович, вам сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины. Александру Сину вменяют неправильное заключение трудовых контрактов с главврачами горбольниц. Вместо 3 лет – только на 3 месяца. Винним себе не вважає, дає показання по суті підозри. Сьогодні до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Пока городской голова общался со следователями, прокуратуру пикетировали несколько десятков человек с плакатами. И мы хотим, чтобы такой мэр сидел в тюрьме и отвечал за свои поступки. Почему простые люди сидят и отвечают за свои поступки? У прокуратуры есть претензии и к лексике Сина, нецензурной. Сегодня мэру вручили еще и административный протокол. Инцидент произошел на сессии 10 декабря, когда Сина вынуждали уйти в отставку. Сам городской голова говорит, удивлен такими претензиями со стороны правоохранителей. А все, что происходит, считает попыткой отстранить его от власти. Это была моя эмоциональная реакция. И насколько я знаю,
Большинство жителей Запорожья разделяют то, что я сказал. Максимум, что грозит Александру Сину за его правонарушение – штраф. Но на этом визиты в прокуратуру запорожского мэра не закончатся. Уже на следующей неделе его будут допрашивать еще по двум уголовным делам. Одно из них – отправка тетушек на антимайдан в Киев. Но пока в этом деле он проходит как свидетель. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности, телеканал «Интер», Запорожье. Командировка террориста Гиркина в Одессу – это правда или фейк? Что думают в службе безопасности? И какие настроения царят в Одессе, знает Андрей Анастасов. Взбудораживший одесситов новость сообщил зам руководителя штаба АТО Валентин Федичев. В интервью общественному телевидению Донбасса он рассказал, что в Одессу собирается Гиркин, он же Стрелков. Тот самый российский террорист, который прошлой весной с группой вооруженных людей взял под контроль правоохранительные органы Славянска и Краматорска. Так вот у меня вопрос. Направление его в Одессу. Это что? Надежда, что повторится опыт со Славянском? А меня это пугает, по-настоящему пугает, получает, как военнослужащего. Ну и началось, особенно в соцсетях. Одни начали паниковать, вторые смеяться, третьи смеяться над теми, кто паникует. В СБУ нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об одесской командировке Гиркина. И подчеркнули, за ситуацией следят, особенно в Одессе. Великий Стрелков, Гиркин, будь то з тих, кому інкримінуються сьогодні злочини, прибуде в Одесу, буде негайно затриманий. Что же касается настроений в Одессе, то для Гиркина перспективы не самые радужные. По данным недавних соцопросов, за последние полгода число одесситов, воспринимающих российские войска как оккупационные, увеличилось. Соотношение 84% к 16%. Сейчас люди видят то, что происходит на востоке Украины, понимая, что на сегодняшний день там разрушен бизнес. Они не хотят повторения такого в Одессе. В то же время, говорят эксперты, Россия и дальше будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Одессе и других регионах. Считают, действовать будут сразу по нескольким направлениям. Политическом – это местные выборы, информационном – и с помощью терактов. Ставка на сепаратистские восстания себя не оправдала. Поэтому, скорее всего, основной акцент все-таки будет сделан на, скажем так, политические методы давления, подрыва ситуации изнутри. Ровно год назад Одесса уже была на грани. Над зданием обладминистрации подняли флаг России. Пророссийски настроенные протестующие требовали временной автономии для региона. Но никакого развития эта идея не получила. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал «Интер», Одесса. Длительность отопительного сезона увеличивать не будут. Продлевают только период льготных цен на газ. С такими пояснениями выступили в профильной нацкомиссии. Именно там накануне приняли решение о повышении тарифов на газ с апреля. Цена голубого топлива 7187 гривен за 1000 кубов. Льготный период будет вдвое дешевле. Період з 1 жовтня по 1 травня відповідає періоду застосування пільгової ціни до 200 кубічних метрів по ціні 3,6 гривні за кубічний метр. Лише обсяг перевищення буде по більшій ціні 7187 гривень. В міжопалювальний період всі категорії споживачів будуть оплачувати повну ціну 7187 гривень. Из-за коммунальных тарифов отказались от жилья. В Никополе, Днепропетровской области, открыли очередной модульный городок для беженцев. Кто вселился, знает Наталья Грищенко. Жилье, что называется, под ключ. Новая мебель, сантехника, есть даже постельное белье и посуда. Эти модульные городки немцы собирали специально для переселенцев с Донбасса. Будут более такие программы поддержки. Это только одна часть большой программы. Этот модульный городок ничем не отличается от предыдущих, но людей на открытии непривычно мало. В городке 40 жилых модулей. Они хоть сейчас готовы к заселению. Проблема в другом. Желающих переезжать сюда раз-два и обчелся. Городок рассчитан на 460 беженцев. Но реально заявки подали только 20. Причина в цене. Все здесь работает на электричестве. В отопительный сезон тариф на одного жителя 800 гривен. Чиновники говорят, снизить его за счет городского бюджета не получается. Сегодня городские бюджеты не могут выдержать такую нагрузку. Достичь какого-то консенсуса с кабинетом министров
в связи с тем, чтобы они выделили определенную субвенцию городам, в которых есть городки. Пока местные чиновники пишут письма в Киев, переселенцы в раздумьях, смогут ли потянуть такую сумму. Антонина, беженка из Донецка, лихорадочно подсчитывает, какую часть зарплаты ей придется отдавать за новое жилье. Я работаю сейчас в магазине. У меня 1300 с чем-то – это ставка. Плюс могут быть бонусы. У меня не получится это реально. Владимир с женой и сыном приехал из Красного Луча. Хотел записаться добровольцем в Нацгвардию. Не взяли по инвалидности. Устроился работать сапожником. Живет в общежитии, где третий месяц нет воды. Набираем воды, там помыться, тазики с ребенка помыть. Самим покупаться тазики как можем, так и моемся. Владимир чуть ли не единственный, кто готов взять ключи от нового модуля. Выбора нет. Ну, лучше, чем, знаете, без воды жить, как мы живем. Впрочем, платить за троих больше 2000 тоже не торопится. Говорит, если цену не снизят, будет искать съемную квартиру. Отдельную, однокомнатную в Никополе можно арендовать почти за ту же сумму, что и модуль. Наталья Грищенко, Евгений Кудинцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Принимать законы, необходимые для сотрудничества с МВФ, призвал сегодня президент депутатов на заседании Нацсовета реформ, а правительство проводить реформы. Времени на извинения у Кабмина больше нет, и войной оправдывать отсутствие реформ нельзя, подчеркнул Порошенко. В свою очередь, спикер Гройсман предложил, чтобы парламент в ближайшее время разработал четкий план преобразований в стране. Друзья, у вас вибачень щодо непроводження реформ просто не залишається. Перша частина цього плану буде пов'язана в тому числі з першочерговим прийняттям законів, які дозволять нам застабілізувати ситуацію, дати людям можливість зрозуміти, що буде робити парламент. Вот о том, как живется сегодня чернобыльцам, говорили на парламентских слушаниях. Экономия госбюджета существенно ударила по пенсиям ликвидаторов аварии на ЧАЭС. С января этого года из соцвыплат взимается налог. Некоторые депутаты уже потребовали от Конституционного суда признать действия парламента незаконными. Завтра не упадет манна небесная на голову. И что кредит МВФ не решит проблемы Украины, если его точно так же растянут, как растянули сегодня все доходы бюджета. Но мы должны и обязаны сегодня сделать все, чтобы защитить тех людей, которые нуждаются в первую очередь. Вы смотрите подробности, мы продолжаем. И во второй части программы расскажем о следующем. Голосование под дулами автоматов. Как в Днепропетровске власть меняли. Беженцев в три шкуры. Почему переселенцы с Востока отказываются от очередного модульного городка? Отдых во спасение. Немецкие депутаты придумали, как вывести Грецию из кризиса. Пожар в столице унес жизни двух спасателей. Что горело, почему, расскажет Максим Кошелев. Он побывал на месте трагедии. Пожар в доме номер 38 по улице Саксаганского начался утром. Однако ни оркестранты, которые занимают здесь помещение, ни персонал здешнего ресторана сначала не заметили, что здание горит. Пожар заметил случайный прохожий. Предупредил вот и ребят, официантов из Катюши, которые здесь обычно во дворе курят. Они вызвали пожарных. Скоро вся улица Саксаганского была в дыму. Движение транспорта ограничили. Пожарные стянули два десятка спецмашин. Огонь начался на чердаке дома. Первый пожарный расчет прибыл сюда через 6 минут после вызова и сразу принялся гасить огонь. Пожарные зашли внутрь горящего здания. А вот вышли оттуда не все спасатели. С двумя была потеряна связь. Позже стало ясно, они погибли. Вели вони опинилися усередині. Під час пожежі сталося обрушення однієї з дерев'яних балок, яка перекрила їм дорогу назад, будемо би так казати. Оскільки було відкритий вогонь, сильне задимлення, наші рятувальники не змогли вийти назовні. Тільки коли вогонь повністю потушили, пожежі змогли достати тіла загиблих товаришів. Тепер будуть працювати експерти. Вони вияснять, чому відбувалося возгорання. Версії поки не озвучують, але здання в самому центрі міста – достатньо лакомий кусочок. І є ще деякі цікаві деталі. До речі, біля тіл рятувальників було знайдено каністру. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям обещают помочь семьям погибших. Максим Кошелев, Алексей Шматов. Подробности, телеканал Интер. Вооруженные люди в масках и голосование под дулами автоматов. Как сегодня в Днепропетровске меняли власть. И чем все закончилось? С подробностями наши корреспонденты.
Еще вчера эту сессию планировали отменить из-за провокаций, но сегодня сюда депутатов сгоняли силой. В зале сразу несколько нардепов, в том числе Борис Филатов. Называют себя наблюдателями. Здесь же и представители правого сектора. В повестке дня кадровый вопрос, кто будет руководить Днепропетровском. Сначала избранники голосуют за прекращение полномочий секретаря горсовета, он же исполняющий обязанности мэра. Максим Романенко на днях заявил, заместитель главы Днепропетровской области Корбан объявил ему войну. До этого события в Днепропетровске разворачивались как в настоящем детективе. У Романенко исчез подчиненный. Максим Романенко заявил, что ему напрямую заявили о том, что если он не уйдет в отставку, то начальника юридического управления не отпустят. И сегодня Романенко напрямую обвиняет в этом вице-губернатора Корбана. Скажите мне, почему власть и правоохранительные органы бездействуют? О судьбе Александра Величко, начальника юридического департамента, ничего не известно уже 9-й день. Ушел на работу, как обычно, а ближе к вечеру пропал. В мэрии сообщили. Вызвали в областную администрацию. Позже в интернете появилось вот это видео, предположительно, с камер наблюдения. На нем неизвестные заталкивают в машину идущего по улице мужчину. К вечеру Величко позвонил начальнику с чужого номера и сообщил, его силой удерживают в неизвестном месте. Сегодня на голосовании Романенко нет. Увольняют его якобы из-за подозрений в коррупции. 72 были за решение, 8 против, 3 воздержались и 1 испорченный бюллетень. Но долго Днепропетровск без головы не остается. Кто будет исполнять обязанности мэра, депутаты решают уже на тайном голосовании. Приходят люди, становятся за спинами, принимается решение, люди уходят. Зачем тогда нам депутаты? То есть по факту мы сегодня можем взять 2-3 общественные организации, которые ходят и кошмарят город, сказать, вот... Эти люди будут теперь решать за весь город, за депутатов, за область и все. В результате мэрское кресло достается Галине Булавке с приставкой ИО. Она избрана в горсовет по спискам Батьковщины, но позже вышла из фракции. В прошлом руководила Днепропетровским облсоветом и областным пенсионным фондом. Досвід дійсно великий, більше 30 років на державній службі. Это та самая Галина Булавка и ее выступление на скандальном съезде в Северодонецке. Дорогие соотечественники! Тогда представитель Днепропетровского облсовета озвучила обращение к народу, главам государств и парламентам мира. Позже против участников съезда были открыты уголовные дела. Их обвиняли в сепаратизме. Галину Булавку эта участь, очевидно, обошла, и теперь она будет временно исполнять обязанности мэра. Вопрос, как долго? Леонид Аборин, Юрий Красновский, подробности, телеканал Интер. Бостонский суд отцеплен. Сегодня тут начался процесс над Джохаром Царнаевым. Его обвиняют в совершении теракта во время марафона в 2013-м. Судьбу подсудимого будут решать 18 присяжных. Их тщательно отбирали, из-за чего слушания задержали на месяц. Вердикт ждут не раньше середины лета. Царнаеву грозит смертная казнь. Адвокат его признает, что подопечный действительно участвовал в теракте, но действовал якобы под влиянием своего брата Тамерлана, которого застрелили полицейские. Напомню, жертвами бостонского теракта стали трое, 264 человека тогда пострадали. Бурные аплодисменты, переходящие в овации. Нет, это не стенограмма со съезда КПСС и не финал рок-концерта. Так в американском конгрессе приветствовали выступление Беньямина Нетаньяху. О чем, собственно, речь и как она отразится на стабильности в ближневосточном регионе, расскажет Сергей Услендер. Для начала любопытная деталь. Речь Нетаньяху в Конгрессе транслировали на Израиль с 5-минутной задержкой. На тот случай, если бы премьеру пришло в голову заняться предвыборной агитацией. Он сам участник гонки, которая должна завершиться 17 марта выборами в парламент. И вот этот зазор в 5 минут оставили, чтобы эту самую агитацию в случае чего вырезать. Кстати, те, кто хотел смотреть речь без задержек, без проблем сделали это с помощью иностранных каналов. Разумеется, выступление Нетаньяху стало темой номер один в Израиле. Разумеется, Нетаньяху сразу досталось от его политических оппонентов из левого лагеря. Вы совершаете ошибку. Если я стану премьер-министром, я тоже буду добиваться, чтобы Иран был безъядерным. Но совершенно другими способами. Совместно с нашими союзниками, Соединенными Штатами. Сейчас в стране на все лады обсуждают, зачем же все-таки Нетаньяху поехал выступать в Америку. Был ли это такой предвыборный ход? Или это часть президентской гонки, которая стартует в Штатах? Есть и такая очень экзотическая версия. Или он действительно хочет предотвратить сделку с Ираном? Независимые политологи призывают с оценками не торопиться. По их мнению, результат будет ясен в ближайшее время.
Насколько была успешна данная речь, мы можем по единственному индикатору. Удастся ли ему, если не сорвать подписание соглашения, то заставить президентскую администрацию США, прежде чем подобный договор будет подписан, вынести его на обсуждение и утверждение Конгресса. Если это состоится, ну тогда его визит можно признать в качестве чрезвычайно успешного. Любопытно, но многие аналитики полагают, что Нетаньяху выступал в Конгрессе не только как посланник Израиля, но и как представитель умеренных арабских режимов Ближнего Востока, которым тоже совершенно не нужен ядерный Иран. Ведь если Тегеран получит бомбу, о чем и говорил, собственно, премьер-министр в своей речи, то это приведет к немедленной гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке, который и так, прямо скажем, не отличается особой стабильностью. Сергей Слендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Лондон, как оказалось, не только финансовый центр Европы. Международная организация по борьбе с коррупцией присвоила этой столице совсем нелестный титул. Какой и почему Лондон не спешит отмывать свою репутацию, расскажет Светлана Чернецкая, наш корреспондент в Великобритании. Рай для коррупционеров и преступников. Мировая столица отмывания денег. Все это о Лондоне. Такую славу город получил после расследования Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. Его результаты впечатляющие. За последние несколько лет свыше 36 тысяч объектов элитной недвижимости купили через подставные офшорные фирмы, за которыми стоят преступники и нечистые на руку чиновники коррумпированных стран. То есть деньги, которые должны были пойти на школы и больницы в странах гораздо беднее этой, отправляются на офшорные счета. При этом настоящий собственник скрывается за подставными директорами и акционерами. Со временем на эти средства приобретают роскошные особняки. Речь идет о миллиардах фунтов. Нам известно, что в Лондоне есть особняки, купленные людьми Януковича. Если бы стали известны имена настоящих владельцев, можно было бы вернуть эти деньги в украинскую казну, как было в случае с этим домом. Его купила подставная компания сына Каддафи. Ливийское правительство отследило сделку и вернуло в казну 10 миллионов фунтов. В том, что чиновников-казнокрадов удастся прижать к стенке, сомневается российский опальный олигарх Евгений Чичваркин. Слишком выгодны такие сделки и продавцам, и покупателям недвижимости. У власти не сидят идиоты. Они знают хорошо эти законы. Здесь у них дома, дети, жены, недвижимость, бизнесы, инвестиции. И не те, кто... Куда они проинвестировали, ни они сами их не готовы потерять, ни их юристы не готовы потерять работу. Авторы отчета Transparency International призывают правительство открыть имена настоящих владельцев офшорных компаний. Организация не только ратует за репутацию Лондона, ставшего глобальным центром отмывания денег, но и выступает в защиту тех стран, которые безбожно грабят власть имущие. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Премии за отдых. Оригинальный рецепт спасения греческой экономики придумали немецкие политики. Татьяна Лагунова подробнее. Поддержать экономику Греции за счет обыкновенных немецких граждан. Причем так, чтобы они сами выкладывали свои кровные и делали это с удовольствием. Казалось бы, задача невыполнимая, но политики придумали, как это сделать. Два депутата Бундестага, оба христианские демократы, предлагают платить гражданам за отдых в Греции. Идея Рюдигера Круза и Акселя Фишера проста. Каждый, кто решит отдохнуть в Греции в следующие 3 года, должен тщательно собирать документы о своих расходах в этой стране. А потом направить их в соответствующую финансовую инстанцию. И государство компенсирует часть денег до 500 евро на человека. Выгодно всем и грекам, и немцам. Идея оригинальная. Если это поможет стране, которая нуждается в помощи, даст толчок экономике, то почему бы и нет? И отдыхающим выгодно. Кто любит Грецию, и так туда ездит. Я люблю. Много лет там отдыхал. И если захочу, поеду туда с поддержкой правительства или без нее. Идея оригинальная, хотя вряд ли ее одобрит правительство. Хотя сейчас немцы могут себе это позволить. Статистика показывает, экономика Германии быстро набирает обороты. Потребители охотно тратят деньги, появляются новые рабочие места, снижается количество безработных. Проблема в другом. Настолько необычные идеи в консервативной Германии приживаются с трудом. Хотя чем черт не шутит. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.
Марин Ле Пен передумала. Она не исключает возможности встретиться и опрокинуть стаканчик с Мадонной. Зачем поп-дива предложила выпить лидеру французских националистов и почему политик не хочет делать этого публично? Материал Софии Гордиенко. Мадонна – дама политически активная, и на ее концертах между песнями и плясками всегда есть место гражданской позиции. В последнее время Европу она критиковала за засилие нацизма. Вот во время выступления певицы во Франции на сцене появилось изображение Марин Ле Пен со свастикой во лбу. Ле Пен обиделась и на певицу пообещала подать в суд. Позже в эфире популярной французской программы «Поп-дива» объяснит, ничего личного против политика не имеет. А вот ее националистические взгляды хотелось бы понять. Хотелось бы в конце концов сесть с ней и выпить, поговорить, узнать о ее жизни. Я знаю, что обо мне люди часто имеют превратное мнение, но когда есть возможность просто за стаканчиком сесть, поговорить, они начинают понимать и мои идеи. Может, и я пойму Ле Пен, но я очень хотела бы лично от нее услышать, во что она верит. Дамам было бы о чем поговорить. Марион Ан Марин Ле Пен могла бы рассказать, как в детстве из-за отца лидера французских националистов их дом не раз взрывали, как над ней издевались одноклассники и учителя, и как теперь она, звезда французской политики, сумела поднять рейтинг своей партии до 33%, назло им всем. И Мадонна Луиза Чиконе могла бы поведать, как ее мать из-за своей набожности отказалась от лечения и умерла в возрасте 30 лет. Вот певица и борется теперь, как может, с условностями и ограничениями и церкви, и общества. Ну а если встреча двух известных блондинок все-таки состоится, она может быть интересной, но точно не будет публичной. Для Ле Пен, популярность которой взлетела в последнее время до небес, встречаться с дамой, ратующей за однополые браки, равенство рас и национальностей, стратегически и политически невыгодно. Консервативный французский избиратель может не понять. София Горденко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Все на сегодня. Спасибо, что смотрели. До встречи в подробностях.